вчера на автобусе проезжали Гедимина проспектом, какое-то было мероприятие в честь города. Сегодня последний день, да. Так, в общем, идем сейчас смотреть, есть ли там еще что-то интересное есть. Столько людей, что обычно дорогу перекрывают вечером, сейчас день. И машины даже пройти не могут, проехать. Идем, дойдем. Едой. Нет, это украшение. А где еда? Очень много уникальных вещей. Я обычно привык, что... Очень много людей. Да. Обычно на таких мероприятиях все однообразное у нас в России было. А тут реально все разное. Прям все разное. Видно, что не просто там подкупное, это какого-то олигарха. Че, туда пойдем? Какое-то место все забрал. А реально круто. Ничего себе, на вилле прям жарит. Ты не то, что у нас лопаты в Москве кормят. Учитесь, виллы надо кормить. Ага, очень красивые такие прям. Это свечки? Да, это ароматические свечки. Ого. Для ароматическую лямпу. А, снизу там? Да. Она поджигает и тает. Очень классно. Украшения, украшения. Украшения. Ну тут все прям ручные работы. Как на фесте, на японском фесте. Я был, и там лёжа люди всякие хендмейд доставляют, но это прям литовская тематика, тут янтарём, с новой печкой, деревянная. Можешь взять? Ну, хоть тебе возьми, посмотри. Ну, вообще прикольно. Да. А сколько стоят такие очки? Такие? Одни. 60. И часы тоже, смотри, деревянные. Очень круто. Стекли просто. Интересно, куда я вижу? Пациенты не собираются, это висит куда. Там подарвы, ждаржа гаминами. Классно. Все, пошли дальше. О, тоже часы. Ого. А как они время показывают? It's working time? No, it's working to spend time. Ну да, чтобы время тратить. Так крутите, и попадает шарик. Бочка. Слушай, это как Дейнерис. Да? А это на кольцо? Можно поменять? На фото? Окей. Окей. Можешь одеть? Это точно как у Дейнерис. Одень, одень, посмотри. Может, вот это больше? Не знаю, давай, один. Ого. Не, ну только оно как бы большое. А то. Так. Вот, как хорошо. Лёш, смотри. Жди. О, драконья мать. Шикарно. Это эти, кому нужно. Мне только еще нужно это, приспособиться лица фоткать. Когда ли что-то говорит, я стесняюсь и камеру опускаю, не хочу их снимать. Но люди в основном очень дружелюбные и как бы не против, чтобы. О, вот особенно еда, если немного их покажем. Да. Это еда. О-о-о-о-о. Смотри, шашлычок. Шашлычок. А кушать не хочешь? А там что, смотри, у них. Смотри, какие огромные штуковины. Ого. Смотри. А я хочу кушать. Все такое разное. Да, очень разные. Смотри, эти картины. Я нигде такое не видел. Не видел? Ну такие прям прикольные. Да, я видел, такие прикольные очень. Прикольно. Мама, ты ягода.
И вот еще куколки. Тролли, тролли. Где? Это маленькие, миленькие? Тролли. Ну ты хотела другой чуть. Ну, она все равно даже очень милая. Ой, какая, как она это прям. Прям, знаешь, как ребенок. Ну купи, ну купи. Ага. Очень прикольно. Ого, смотри, прям такие книжечки. Это прям такие это записные, наверное. О, смотри, с рукой. Такая мистическая штука. Еще смотри, Тань. Как, смотри, видела? Я видела, да. Типа чуть-чуть лишнего видно. Вообще классно. Да, очень круто. Очень круто. Ну, и вокруг это, да? Кошелечки всякие. Ну это такое, это риск немножко. Дождик, да, Таня, капает. И где зонтик наш? Помог. Подняла бы выше и все, смотри-ки. Да, со стекло очень прикольно. О, смотри, это же, помнишь, мы смотрели с тобой, что типа такое национальное? Ну да. Ну тут сейчас всякие, смотри, носочки. Интересные вазы. А? Очень много всего. Реально все разное. Ходишь с бумаги, тут носочки вяжут, там цепочки всякие, одежда. Все, глина, тут прям все. Очень классно. Очень много, я же говорю, больше, чем в Москве. Да-да, намного больше. Смотри, какая милота. А, его тоже. Делают зубы. О, для стоматолога. Да. О, кружки всякие. А? Интересно. Ага. Вот Марина, вот это вот какая-то, не помню, что это, но это... Она пахнет? Что с ней делать? Да, это... Какой? Не хочешь за евро взять? Нюхать. Смотри, какая оригинальная штуковина. О, с дерева. Смотри, для ключей тут. Типа, календарная. Мне часы понравились, видишь, смотри. Ну, очень клево. Прям такой отрубок. Ага. И вот эти штучки тоже прикольные. Я тебя потерял. Да. Я уже думаю, где я Таню потерял. Попкорн, смотри, прям. Горшочки. Это попкорн. Такие сардельки прям. Ага. Ага. А вон там что? Что это такое? Всякие магнитики на английском. Ого, это что такое? Пробки. Пробка? Вон, класс. Интересно. Еще один концерт. Это уже третья сцена сегодня. Пошли туда, посмотрим. А где он? Вот он. Вот тут еще не играет, тут, наверное, вечером будет. Вот это парк классный. Там этот корт теннисный вон там, да, вроде? Да. Вот, тут гора, вон там гора, вон там за зданием, за церковью. В советское время в этом храме был склад сена. Ой, сена, пшена. Да, и они почти все там попортили, но
Они все это отремонтировали. Не только в этом, во многих церквях. И не только в Литве, в принципе. Ну да, ну просто очень красивый такой храм. И оно да, статуи получается. Смотри, какое классное. Статуи. Очень статуи. Ну очень красиво. Внутри статуи. Еще красивее, но мы сегодня не будем заходить. Мы уже заходили туда. А мы, кстати, это есть видео о Вильнюсе, наверное. Да. Наверное, где-то мы там снимали уже. Это водная краска. На воду капают краску, потом окунают и поднимают аккуратно. И получаются такие очень красивые вещи. Вроде называется водная. Как я знаю, таких мастеров осталось очень мало. И такое ценится. Лайфхак, если вы на главной площади хотите быстро-быстро покушать, чтобы не ждать минут 40 и дешево. Боже, вот тут есть суши-экспресс, выдают за минут 3. Идем домой камеру подзарядить, потому что вечером 8 часов будет что-то еще, тут концерты. Концерт, да. И мы придем в 8 часов.